Дмитро Жук, тренер з йоги з 2008 року. 2 роки був керівником центру гарячої йоги в Миколаєві. Учасник багатьох семінарів і конференцій провідних викладачів хатха-йоги. Регулярно проводить виїзні тренувальні заходи та інтенсиви. Доброго ранку вам! І ось такі ми вже позі сидимо, готові займатися йогою сьогодні, бо сьогодні у нас будуть такі класні, так, асани для того, щоб прокинутись в понеділок, зарядитись гарним настроєм, так? Отже, я вам передаю слово, що сьогодні будемо робити. Доброе утро, друзі! Сьогодні ми почнемо наше заняття, наш день з дихательної гімнастики. Дихательна гімнастика, яка називається Капалабхати, виконується вона наступним образом. Ми садимося рівно, позвоночник вытягиваем, макушкой тянемся вверх. И в этом положении дышать нужно исключительно носом. Резкие выдохи, акцентированный выдох. Вдох получается произвольный. Ну, хотя бы там раз 50-60 нужно сделать в своем ритме. Да. Это дыхание очень хорошо как раз пробуждает организм после сна и задействует все, вот мобилизирует все силы для хорошего самочувствия и активного дня. Ну, я так розумію, що це на голодний шлунок треба робити, не можна їсти, тому що... Обязательно, да, обязательно все вот утренние телесно-ориентированные практики выполняются на голодный желудок. Единственное, что можно выпить, ну, там, один или полстаканчика воды, уже в зависимости от каких-то личных ощущений. Давайте покажем нашим глядачам, как это правильно выполнять, чтобы они уже начинали налаштовываться. Вот смотрите, садимся обязательно, плечи отводим назад, лопатки направляем внутрь, макушкой вытягиваемся вперед и подбородок слегка опускаем. В этом положении работает низ живота. У нас живот на вдохе надувается как шарик, на выдохе мы его подтягиваем. Акцент делаем на выдохе. Я сейчас покажу, а вы потом несколько раз тоже попробуйте сделать, Татьяна. Вот обязательно акцент на выдохе. Выдох, 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 выдох. Мені здається, це буде важко сьогодні зробити, тому що ви у спортивній формі, а я в такій не зовсім спортивній. Це треба спочатку ми живо. Вообще не обращайте внимания на вдох. Все. Выдох, 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 выдох. Ой, мені стає погано. Выдох, выдох. Отлично получается. Я думаю, це саме правильно, так, якщо трошки стає погано. Все правильно, да. Але для початківців треба потроху починати. Понемножку, да, без фанатизма начинать. Потому что в любом случае будет начинаться легкое головокружение, ну, как бы такие ощущения. Когда организм начнет привыкать, тренироваться, будет как бы легче, будет приятнее. Уже сьогодні я 5 зробила, мені вистачить. Ті, хто, можливо, як і я, так починають, то краще потроху, тому що буде дійсно погано. Вправи, які необхідні асани, щоб для того, щоб прокинутись? Ну, взагалі, в ідеалі, утрення практика, вона повинна бути активною. Ну, так як ми знаходимося в студії, ми не будемо зараз сильно прыгати там на ковриках взад-вперед. Дуже хороше упражнення для пробуждення. Називається поза воїна. Левой ногой шагаем далеко назад, правую ногу сгибаем в колени. Пятка левой ноги вверх, нога левая активная, левое колено вверх вытягиваем. В этом положении руки вытягиваем по диагонали вверх и живот с ребрами плотно прижимаем к бедрам. В этом положении ниже таз опускается, но выше поднимается левое колено. И здесь мы стараемся просто дышать и контролировать свое дыхание. Дышим, опять же, исключительно носом. Здесь не надо не акцентировать ни вдох, ни выдох, просто плавные вдохи-выдохи. Ну, я так розумію, що у деяких можуть бути проблеми, які самі помилки можуть бути під час виконання? Здесь может быть нагрузка на поясницу, но для того, чтобы как раз эту нагрузку снимать, мы наклоняемся вперед. И животом и ребрами мы опираемся на бедро. В этом положении очень хорошо укрепляются руки, укрепляется спина, укрепляются ноги, бедра. И опять же, очень хорошо прорабатывается дыхание. В йоге очень важное дыхание. Благодаря тому, что мы в статическом положении пытаемся контролировать свое дыхание, у нас тренируется диафрагма, область грудной клетки, область ребер. И вот эти вот мышцы внутренние, которых мы даже не замечаем, они со временем набирают силу, и нам становится как бы легче, лучше и ну, как сказать,
жить становиться лучше, да, ярче і свободней. Яку ще ви порадите, можливо, вправу на ранок? Вообще, вот в идеале, да, можно выполнять, вот, поменяли на одну ногу, обязательно нужна симметрия, обязательно. Мы выполнили на правую ногу, там, допустим, 3-4 дыхания сделали, поменялись обязательно на другую ногу. Все то же самое. Колено вверх, пятка вверх, корпус слегка вперед наклонен, живот с ребрами плотно прижаты к левому бедру. И руками вытягиваемся вперед. Здесь точно так же. Несколько дыханий. Я буду просто сидеть и вытягиваться. Да. Стараемся дышать ровно, спокойно. Дыхание не задерживаем. То есть очень частая ошибка у практикующих йогу, особенно новичков. Они вот зафиксировали положение, и они раз и замерли, и они не дышат. Они, лицо наливается кровью, тело сковано, и все, им тяжело. Они не знают, что делать дальше, у них паника. А здесь просто надо расслабить дыхание и дышать. І сразу становиться легше і приємніше виконувати будь-яку позу. Тобто обов'язково варто пам'ятати про дихання, не забувати про це, так? Обов'язково. Скільки, можливо, кіл треба робити там зранку, щоб от прокинутись? Чи от вистачить 5-6 там... кругів. Ага. От в ідеалі 5-6 кругів це потрібно робити. Так. Зрозуміли, запам'ятали, я думаю, обов'язково варто звертати і просто починати займатися, да, так? Да. Я думаю, це найкраще для ранку. Після динаміки ще можно выполнить следующая такая штука, называется массаж живота. Это тоже очень полезная вещь. Самомассажем мы себе никоим образом не навредим. Мы садимся в любую удобную позу, кому как удобно. Кто на пятках, кто может на ягодицах, как Татьяна. Так. В этом положении главное, здесь уже спину нужно расслабить, спину скруглить. Тут можно так, как любимо сидеть, да. Так? Когда спина скругляется, у нас автоматически расслабляется живот. Живот раз и выпал. И в этом положении, вот мы сидя в любой удобной позе, что делаем? Выполняется массаж живота сверху вниз, слева направо. Сначала мы выполняем массаж вращательными движениями под левыми ребрами. Легко, непринужденно, чтобы не было никаких болевых ощущений. Просто массаж. Просто такой, да, легенький-легенький самомассажик. Потом правая сторона точно так же под правые ребра. Обязательно вращение. Вращение плавно, аккуратно. Так, ну я пробую. Да. Друзі, нормально, це виходить. Знаєте, прикольно так. Это легко. После этого центр, вот центр солнечного сплетения, точно так же вращение. Главное скругленная спина и расслабленный живот. Да. Мені завжди кажуть, Аня, вирівняйся, а сьогодні можна і скруглитися. Так, я думаю, це найкраще, найлегша вправа зранку сьогодні, просто встав і зробив собі масаж животику. Да, верхнюю часть, коли закінчуємо, переходимо к центру. Центр – це район пупка, точно так же, лево, право, середина. Так. Точно так же можна несколько движений виконати, щоб це було легко, ненавязчиво. Обязательно вот здесь вот обращать внимание на свои ощущения. Если возникают какие-то неприятные болевые ощущения, просто силу нажать и уменьшаем. Слухайте, після таких вправ... С правой стороны. Після таких вправ, через яку, ну, через скільки можна там снідати, можливо, вже збирати? Может, полчасика пройдет и можно кушать. Тобто ми можемо там піти вмитися там і потім снідати спокійно. Да. Але ви будете вже бадьорі, вже прокинутись. Вот прямо центр пупок. Забула. Вращение, обязательно вращение. Неважно, по часовой стрелке, против часовой стрелки, абсолютно не принципиально. Якщо немає кому зробити вам масаж, зробіть його самі собі. Все правильно. Особливо зранку. І тепер низ. Низ живота точно так же. Лева, правая сторона, так? Да, і низ живота. Клас. Мені так подобається прокидатися. А, право. Да, это очень полезная штуковина. Мы вот самомассажем стимулируем область брюшной полости. У нас там очень много жизненно важных органов находится. И мы благодаря массажу в эти зоны происходит прилив крови. Кровь це допоможе там тим, хто хоче собі прес зробити його швидше. Це саме полезне упражнення. Друзі, запам'ятали, тож робіть це кожного ранку, тоді у вас буде гарненький прес. Головне зліва, справа, а потім центр. Зверху вниз. Все, да. Запам'ятала нарешті. Дякую вам за ці вправи. Пропоную зараз вам побачати гарного ранку всім нашим глядачам і, можливо, стимулювати їх займатися йогою зранку. Друзі, ну всім в будь-якому випадку здоров'я. Хорошего дня, хорошей новой недели.
Желаю успехов, удачі, всього самого доброго, світлого і ясного. Дякую всього вам. Хорошого. Дякую вам за ці вправи. Нагадую, Дмитро Жук, тренер з йоги, сьогодні був у нас в гостях, показав нам асани, які варто виконувати зранку, і масаж живота, який дуже допоможе швидко нам здобути гарних собі рельєфних форм. Дякую вам, гарного вам дня теж бажаю.